Дима из гитарных историй. Валерия Гаи. Древний Укр. Спасибо большое за донат. Блять, самое смешное, что потом YouTube мне раздает страйки, типа, за... ну, типа... Как это называется? Нацистские высказывания, там что-то такое. То есть, хотя я, грубо говоря, просто их комментирую. С Вольновым, там, сразу. Надеюсь, здесь не будет какого-то анального пиздеца. Привет тебе, Раша, от блудного сына. Я расскажу тебе... Ебать, какой крутой робот. Тебе про Украину. Ты якобы нации и мальчик распят. Или что там тебе еще по каналам пиздят? Тебе там поют про победу и славу. Они тут гниют по полям и канавам. Собаки их жрут и воняют останки. Их заживо жгут в разъебашенных танках. И перемешается кровь с говнецом. И дело тут пахнет большим пиздецом. Блять. Кринжицом пока, если честно. Так? Ну, блять, петь песни про... Ладно, похуй. Вот причем настолько не используя никакой не эзопов язык, а просто типа... вот там вам пиздят, сейчас на самом деле нихуя не будет. Ну, это всегда стоит. То есть любое текущее событие буквально типа как-то... формулировать в песнях, это всегда почти получается отстой. Очень редко я могу вспомнить пример, чтобы это было не так. Но робот охуенный. Одноглазый. За что умирают здесь все твои дети? За хуя, что в бункере гадит пакет? Еще раз. Я абсолютно никак не комментирую смысл этой песни. То есть это я оставлю уважаемым господам, прочим комментаторам. Я музыкальный критик, да, все-таки. Музыкально это хуета. Это не рэп, не рок и... Типа это не бас и не гитара, я не знаю, те, что мы слушаем. Единственное, что крутой вот этот персонаж. То есть, как я уже говорил, не имеет значения, для меня лично, по крайней мере, не имеет значения смысл песни, если песня говно. И не имеет значения смысл песни, если песня крутая. То есть, если это охуенное творчество, уже есть что-то, ну, есть смысл хоть что-то обсуждать. То есть, я лучше буду слушать абсолютно омерзительные для меня по смыслу песни, но которые сделаны клево. Как, например, очень часто какие-то отвратные леваки оказываются, ну, крутыми панками, да, или там, крутые панки оказываются максимально богомерзкими леваками, там, не знаю... творящими полный пиздейшн и топящими за полную хуйню. Но если они круто делают, ну, блять, то тут ничего уж не поделаешь. В плане музыки вот так. Чем если человек выступает, пусть даже за самое правое дело, например, типа, если бы человек пел песню «Давайте все донатить Моисею Великанову, он лучший на свете человек», но эта песня при этом была бы, ну, прям, ну, хуёво откровенно сделана. То есть там унылый какой-то риф, плохо сведенный, скучный, не музыкальный, текст как-то дебильно сделан. То есть, ну вот, если самый лучший смысл для меня, но при этом плохая музыка, я бы все равно сказал, что, ну, блять, к сожалению, это никуда не годится. Здесь я ничего не говорю про смысл вообще. Эй, русские матери, а то, блядь, сынов вы отдали, но богам это ни разу они не видали. Скажешь одно, тебя будут одни долбоебы хуесосить. Скажешь другое, другие долбоебы будут хуесосить. Я ничего не буду говорить, я про музыку. Они тут давно, удобрение трассы, они для хуйла. Или пусть меня все хуесосят одновременно. Просто кости и мясо, а им 18, их в танки сажают. Да хуй с ними, бабы, еще нарожают. И снова пошлют, как отца или деда. Им первый канал обещает победу. Кончится сказка херовым концом, но дело тут пахнет большим пиздецом. Пиздецом!
Если Ряженко или Полин сделают годный трекан. Но вот на таком уровне уже, наверное, будет сложно. То есть я, наверное, признаю, что для меня все-таки есть фактор влияния моего отношения к человеку, к желанию слушать или не слушать его музыку. То есть, ну, типа, моя неприязнь к какому-то персонажу может... Ну, то есть, из-за того, если мне кто-то неприятен, то каждый раз, когда я буду включать его музыку, я буду такой, блять, это же этот противный чел. И меня от этого будет козявить. Такое есть. Вот, но... Ну, я не знаю, если они что-то прям вот настолько охуенное сделают. Просто они никогда не сделают ничего охуенного. Вот в чем смысл. То есть, это, ну, в принципе, я не представляю себе возможным, чтобы Антон Апарин... Блять, ну, это вообще из разных, блять, областей вещи. Он может поучаствовать каким-то образом в крутом треке, который сделал кто-то другой. Хотя тоже вряд ли, если человек как бы шарит в музыке, он никогда не позовет, блять, ни Апарина, ни Ряженку, ничего подобного, блять, себе в помощники. То есть крутой трек, он, ну, в моем представлении это невозможно. Но если это, блядь, вдруг будет возможно, ну, что поделать. Придется скрипя зубами слушать. Промах тарелка, да. Промах бутылка. А я что-то вместо ковы спрайт стал пить, поэтому пью антиматерию. Тарелка зеленая просто. Честно, пойти я руки помыть. Короче, древний укр, спасибо большое за донат, ну... То, как даже, ну, блядь, я не знаю, вот как сделаны бэки там вот эти, ну, не бэки, а как это называется, хор какой-то. Не синхронно нихуя, типа, ну, я не знаю, бля, ребят, если хотите доказать всему миру и, как бы, не знаю, затроллить, унизить, надо сделать пиздато, то есть не просто сделать лишь бы что, вот, а все-таки сделать заебись. Здесь, к сожалению, этого, ну... Здесь фашисты, не слава и сила, а ваше хуйло на них хуй положило. Но... Как-то, блядь, какой-то в диссонанс, что-то там не в ритм, не друг в друга, как-то криво, блядь. В общем-то, Раша, от сына открытка, мы тут обосрались конкретно и жидко. Я мама в плену, туда и дорога, других не осталось, звони теперь Богу! Богу! Ты новый, ты белый, бросаешься отцом. Ну, отряды Путина. Нет, бля, отряды Путина это охуенно. Но это кринж-троллинг, то есть их не стоит воспринимать на полном серьезе. Ебать, хоронят уже здесь. Ну вообще, кстати, да, были кадры на его поздравлении 9 мая, ебать, у него там уже это... Подбородок-то, то есть он уже пожилой все-таки. Оп, говяха кинули. Уже пожилая саранча. Ну, блядь. Все, я сказал, я в данном конкретном случае политические заявления комментировать отказываюсь. Это музыкальная хуйня, все остальное тут уже, то есть... Если это неправильные мысли, то какая разница, ведь это музыкальная хуйня. Если это правильные мысли, то какая разница, если это музыкальная хуйня. Если это и то, ну, блядь, пока сделана дерьмовая музыка, если, все, это не имеет значения, блядь. Хотя, судя по примеру Pussy Riot, то есть, которая тоже полнейший кал просто, омерзительный шлачный пиздец какой-то высрали, но, типа, из-за того, насколько они... в плане какого-то своего заявления нашумели, вот, блядь, все их обсуждают. Все их обсуждают, но ни один, блядь, кроме вот самых каких-то абсолютно отбитых, ебанутых людей, их музыку не слушает. Ну и, собственно, в любом случае, как бы, искусство должно быть искусством, а не, блядь, просто прикладной поебенью. Я считаю так.